Владивосток присоединился к общекраевому субботнику. Весеннюю уборку проводили в разных районах города. На Токаревской кошке и других прибрежных участках. Возле родильного дома номер 3, в зонах Владивостокской крепости и так далее. Мэр Владивостока Константин Шестаков вместе с командой наводил порядок на территории укрепления номер 1 Владивостокской крепости, расположенной на полуострове Муравьева-Амурского. Сегодня все муниципалитеты края участвуют в общекраевом субботнике. Олег Николаевич Кожемяка, такой призыв в адрес муниципалитета и крупных компаний, объединений направил, мы его поддержали. И вот сегодня на нескольких площадках Токаревская кошка, территория рядом с третьим роддомом, Луговской лес, здесь территория на Днепровской, прямо за моей спиной фортификационные сооружения Владивостокской крепости. Это те площадки, которые сегодня приводим в порядок общими усилиями. Дорогие друзья, я призываю вас сегодня выйти во двор и провести, пусть небольшой, но субботник рядом со своими подъездами. Поверьте, нашему любимому городу это очень понравится. Давайте проводить субботники вместе. К субботнику также присоединились и городские управляющие компании, которые наводят порядки сегодня на своих территориях. Это, например, управляйки поселка Трудовое, Первореченского района и других территорий Владивостока. Они убирают после зимы мусор и старую слежавшуюся траву, готовят клумбы к высадке цветов. Энергетические компании также приняли участие в санитарных мероприятиях. Рабочие наводят порядки рядом на участках, где установлены коммунальные сети.